огромное спасибо за курсы, они были очень информативными, поскольку они были общими, мы коснулись и режиссуры, и операторского искусства, и монтажа, и части актерского мастерства, то есть заданы такие векторы, в направлении которых хочется двигаться и углубляться, узнавать больше. Очень вдохновили сами преподаватели, их энергетика, такая харизма и то, с какой открытостью они делились своим опытом, это очень вдохновляет, и на самом деле хочется сейчас вот только творить, творить и творить. Мои слова – это слова восхищения. Прекрасно подобран состав преподавателей, программа составлена толково, понятно, на все вопросы ответы дали. И я думаю, что поняли, что знать-то мы ничего не знаем, хотя все осмотрели. Это эти курсы, они как бы, так сказать, провоцируют или дальше показывают, что нужно глубже, если хочешь этим делом заниматься, идти на длительные курсы, на продолжительные и по другим тематикам, что действительно не существует такой профессии, как отдельно режиссер, отдельно оператор и так далее. Есть действительно специалист в области кино. Группа всегда подбирается, внутреннее такое взаимоотношение между людьми, взаимная поддержка, помощь, уверенность друг в друге. Вообще это как-то стимулирует, и вот такой какая-то синергия возникает, и мы снимаем вот кино, которое раньше даже и подумать не могли о том, чтобы мы на второй день наших курсов могли снять там короткий фильм какой-то. Но, тем не менее, результат был. Сняли, довольны. Теперь это подвигает, вдохновляет, показывает, что мы можем еще. Мне на самом деле очень нравится посещать занятия Высшей школы режиссеров и сценаристов. И это уже не первый курс, который я здесь прохожу. И я получаю знания действительно практически от людей, практиков, никакой занудной теории. То, что нужно сейчас, то, что актуально сейчас в рекламе, то, что актуально сейчас для того, чтобы снимать короткометражные, полнометражные фильмы. И за короткий период я уже получила такие знания, которые позволяют действительно их реализовывать на практике. Атмосфера мне нравится. И еще очень важный момент. Мне нравится, что наши преподаватели в этой школе, они не противопоставляют себя учащимся. У нас получается, что мы с преподавателем уже команда. Хотя мы, конечно, понимаем, что они режиссеры, операторы, они знают лучше, больше, у них большой опыт, но вот есть ощущение командности уже сейчас и здесь. Поэтому спасибо большое.